Для любви достаточно секунды. Отпусти меня, что ты делаешь? Что ты о себе думаешь? Решил, что можешь заполучить все, что захочешь, потому что ты богатый и властный? Кто ты? Что ты о себе возомнил? Да кто ты такой? Ничего я о себе не возомнил. Я просто знаю, что люблю тебя. Я не верю в любовь. Мы провели с тобой всего лишь час. Для любви достаточно минуты. Достаточно даже секунды. Мне хватило момента, когда я увидел тебя. Я совершила ошибку. Потянула тебя за собой. Я прошу прощения. Ты самое лучшее, что случилось со мной. Эта ошибка может перерасти в любовь. Отпусти меня. Пожалуйста. Хорошо. Увидимся, с вашего позволения. Увидимся. Увидимся. Почему Ясмин так отреагировала? Не знаю. Ничего не понимаю. Здесь пахнет давней историей. Они знают друг друга. Без сомнения. Точно. Не могу поверить. Мы будем работать с этой женщиной? Я буду представлять ей на суд свои тексты? Плохи дела. Если она догадается, что ты втюрилась в Джема, она съест тебя. Это мы еще посмотрим. Все в порядке? Упрямится. Она молодец. Я ухожу. Еще рано? Пусть идет. Это будет крупный проект. Конечно, а как же иначе? Доброго вечера. До свидания. Отложим господину Савашу еду. А почему ты меня спрашиваешь? Спроси маму Шахнур. А кто такая мама Шахнур? Разве не ты жена главы? Какая жена, Эндам? Мы просто расписаны. Чичек, я бы на твоем месте. Что? Не запиралась бы в комнате рано и не ложилась спать. Ждала бы господина, приходила к нему. И мы бы разговаривали по душам. На что ты намекаешь? Ты влюблена в него, это видно. Ты осунулась из-за любви, я догадалась. Seni ilk gördüğüm andan beri yitirdim ben öncesini. Dönemezdim. Yaptığım моя ошибка может перерасти в любовь. Öylece kala kaldım. Olur da geçiyorken görürsün. Какие глупости. Любовь рождается из ошибки. Бекледим дуаларла.
olmadı, yapamadı. Может, и рождается. Умер же, родился. Что я болтаю? Я зашла домой. Ага. Да, включаю. А чё? Да-да. Помаши маме ручкой. Ну-ка, помаши. Мама, видишь? Ты маменькин сыночек. Ну-ка, скажи «мама». Милый. Мама. Ну-ка, поцелуйчик. Смотри, смотри. Вот наш мальчик. Вот наш милый мальчик. Смотри, смотри. Я здесь. Я здесь. Я здесь. Там мама. Там мама. Смотри, это твоя мама. Смотри, мама. Мама там. Ну-ка, смотри. Алло. Алло. Привет. Привет. Ты дома? Угу. Сейчас поеду на работу. Какая работа? Сегодня суббота. Ну и что? Мы работаем. А ты не можешь поехать попозже? Почему? Я хочу тебя увидеть. Мы только вчера виделись. Это не считается. Ясмин, выпьем кофе, пожалуйста. У меня много работы в агентстве. Забудь о работе, пожалуйста. Прошу тебя. Ты всегда такой упрямый. Это еще ничего. То есть это не считается? Да, не считается. Да, мы ждем от тебя новостей. Прекрати постоянно звонить мне. Сколько раз тебе говорить? Хорошо, я скажу Азре. Какой Азре? Ты что, больная? Я тоже целую тебя. Пока. Бахчет очень занят на этой неделе. Но он тебе позвонит. Когда? Он слишком тянет. Балдары до сих пор молчат? А что им говорить? Они сказали свое слово. Или Ясмин, или ничего. А что... С продавцами красок? Я не знаю. Сейчас выясним.
Слушаю, госпожа Севги. Ладно, сейчас. Азра, милая, тебя вызывает госпожа Севги. Вы вызывали меня? Азра, что там с красками Пенч? Генеральный директор придет к нам на следующей неделе. Ты уверена? Да. Я только что разговаривала с господином Бекчетом. Госпожа Севги, назначаем встречу на среду или на четверг? Ладно. Даю тебе срок до пятницы. Хорошо, вы не беспокойтесь. Ты поверила? Нет, конечно. Что мы будем делать, Севги? Эрджипс не хватит, чтобы спасти нас. Они только покроют наши долги. Не знаю, Бора. Не знаю. Хорошо было бы подписать соглашение с Балдарами. Добро пожаловать. Здравствуй. Присаживайся. Какой кофе? Я предпочитаю чай. Ты любишь чай? Да. Я тоже. Хорошо. Значит, мы оба любим чай. Да. Посмотрим, что мы любим еще. Можно вас? Одну минутку. Слушаю вас. Нам два крепких чая. Конечно. Как ты можешь быть таким смелым? В смысле? Ну, с той ночи прошло больше года. За это время у меня мог кто-то появиться. Я могла выйти замуж. Как ты узнал, что я одна? Откуда? Я не знал. Но я так подумал. Если я повсюду ищу ее, если никак не могу забыть ее, значит, в этом есть какой-то смысл. Только и всего? А этого мало? Нет, не мало. Прошу. Приятного аппетита. Я пью с сахаром. Я тоже. Мы оба любим сладкий чай. На встрече я понял, что ты тоже не смогла забыть меня. А как ты понял? Так я прав? Я серьезно спрашиваю. Как ты понял? Понял и все. Не могу описать. По взгляду, по поведению, как ты разозлилась. Почему ты так разозлилась? Ты подстроил мне ловушку. Специально заманил меня в холдинг. А что мне оставалось делать? Я не мог просто объявиться, верно? Что ты почувствовала, увидев меня? Подумала, что это невероятная случайность. Случайность? Чьи это слова? Любовь любит случайности. А судьба — разлуку. Муратхан Мунган. Мне интересна только любовь. Мы не одни. А если бы были? Я бы поцеловал тебя.
Буран, это очень опасно. Ты упадешь в бассейн. Нет. Миленький, нельзя. Тебе какое дело? Ты не вмешивайся. О чем ты говоришь, Мустафа? А вдруг он упадет, упаси Аллах? Пусть катается на улице. На улице холодно. Не лезь не в свое дело. Катайся, племянник. Не обращай на нее внимания. Я слежу за тобой, не волнуйся. Поразительно. У него есть мать и дядя. Тебе-то что? Суп готов, Андам? Почти да. Закипит и будет готов. Где Буран? Разве ему не пора есть? Он с Мустафой в спортзале. Приведи и накорми ребенка. Приведу. Пусть только на стол накроют. Значит, ты повсюду разыскивал меня? Да. А что ты сделал, чтобы найти? Звал тебя сердцем. Молил Всевышнего о встрече с Золушкой. Ты усердно искал меня. Вообще-то я нашел тебя. Место, где мы познакомились с Бодруми, оно принадлежит Джему. Он увидел тебя в баре в Стамбуле. Сразу позвонил. Сказал, приезжай, здесь Золушка. Он знал? Все знают, что я искал Золушку. Но я приехал в бар, а тебя нет. Потом о тебе еще долго не было вестей. Ты уволилась, уехала в Лондон. А что ты делала в Лондоне? Я не ездила в Лондон. А где ты была? В Бодруме, у мамы. Твоя мама живет в Бодруме? А почему уехала? Хотела отдохнуть. Я очень устала. Очень. Я задаю много вопросов. Да. Я хочу познакомиться с тобой поближе. Узнать тебя. Все о тебе. Севги звонит. Уже поздно, а я до сих пор не пришла на работу. Она волнуется. Не отвечай. Я должна ехать. Посиди еще немного. Пожалуйста. Я не буду задавать вопросов, обещаю. Дядя, смотри! Дядя! Молодец, племянник! Дядя, спаси меня! Бурон! Дядя! Бурон! Бурон! Давай руку! Давай руку, племянник! Бурон! Давай руку! Возьми меня за руку! На помощь! Бурон! Руку давай! Бурон, давай руку! Схвати меня дядя, за руку! Дядя, спаси меня! Бурон! Бурон, держись! Давай руку! Давай руку! Ну же! Ну, давай руку! Скорее руку! Бурон! Хватайся, Буран! Буран, хватайся за руку! Хватайся! Давай! Давай! Ну давай же, давай! Буран! Давай руку! Ну все-все. Все хорошо. Все позади. Зовите детей, которые уже час. Хорошо, мама, сейчас. Все позади, милый. Успокойся. Буран, что ты сделала моему сыну? Что ты сделала?
Что ты сделала? Я ничего не делала. Ребенок упал в бассейн. Как он упал? Как? Он катался на самокате вдоль бассейна. А я? А ты позволила? Молодец. Сестра, я не позволяла. Я сказала, не катайся. Но когда Мустафа сказал, не вмешивайся... Я ничего такого не говорил. Разве я мог? Я не видел, что он катается. Ах, сынок. Ах, мой сынок. Почему ты лжешь? Мустафа! Я не лгу. Ты что, больная, что ли? Злосчастная. Аллах накажет тебя. Это я вытащила его. Я спасла ему жизнь. Пошли. Пошли со мной. Отойди, а то я тебя ударю вместо груши. Почему ты не прыгнул в воду? Почему ты не спас Бурана? Отстань, иначе тресну. Ты что, не можешь плавать? Ах, ты не умеешь. Ты не умеешь плавать? Отойди. Мне пора идти. Ясмин, давай сегодня пообедаем. Это невозможно. Я очень занята. Когда я тебя увижу? Не знаю. Узнай. Пройдет суббота, потом воскресенье, ну а потом поговорим. Я позвоню. Ладно. Что это за жизнь? Что это за жизнь такая? Аллахово проклятие. Мало горя, которое она принесла в наш дом? Если бы с тобой что-то случилось? Что бы я тогда делала? Мама, дядя обманывает. Насчет чего? Невестка Чичек сказала, не катайся, упадешь в бассейн. Твой дядя не может обманывать. Он обманул. Он тонул, захлебывался. Меня вытащила невестка Чичек. Что? Буран, невестка Чичек сказала тебе, не катайся? Да. А дядя закричал, не вмешивайся. Сынок, не обманывай. Это большой грех. Я не обманываю. Я наглотался воды, бабушка. Если бы невестка Чичек не спасла меня... Сынок, Буран, молчи. Немедленно иди и извинись перед Чичек. Я? Назан, ступай и попроси прощения. Я должна сама прийти? Я лучше повешусь. Хочешь, чтобы я тебя пристыдила? И как ты это сделаешь? Девочка спасла жизнь твоему сыну. Жизнь. Что ты за человек? Мама, не пытайся сделать из Чичек дешевого героя. Мой сын прекрасно плавает. Я не умею плавать, бабушка. Милый мой, милый. Добро пожаловать. Привет. Подойди-ка. Меня кто-нибудь спрашивал? Только госпожа Севги спрашивала, ясно. Я сказала, что ты вышла и скоро вернешься. Спасибо.
Саваш? Я же сказал, что позвоню. Сказал, но мы расстались полчаса назад. А мне показалось, что прошел день. Чем занимаешься? Ничем. Дела накопились. Сейчас начну работать. Ну ладно, я не буду тебя отвлекать. Всего хорошего. И тебе тоже. Береги себя. И ты тоже. Здравствуй, Саваш. Как дела? Чем занимаешься? Ничем. Поболтаем немного? Опять что-то случилось? Нет-нет. Дядя с племянником не могут перекинуться парой слов? Можем, конечно. Ты куда-то пропал? Ездил на фабрику? Нет, у меня были дела вне офиса. Не попросишь для дяди кофе? О чем речь, конечно. Неслихан, принеси один кофе и крепкий чай. Я сейчас разговаривал с Фидан. Передавал бы привет. Как она? Хорошо, хорошо. Но она расстроена. Чем? На родине много сплетничают насчет чечек. До сих пор не родила, когда наш глава... Дядя, мы собирались поболтать. Поговорим о Ванспор. Обсудим, какие новости. Давай закроем эту тему, ладно? Ладно. Но я в последний раз скажу. В последний. Недостаточно сказать, тема закрыта, чтобы она была закрыта. У людей язык без костей. Возьми себе это на заметку. Больше я ничего не скажу. Да. Здравствуйте, господин Бекчет. Это Азра. Какая Азра? Ну, вы даете. Из X-Large. Как ваши дела? X-Large? Действительно большой размер. Вас устроит встреча в среду? Ты что, издеваешься надо мной? Какая встреча? Я похож на идиота? Ты что? Простите? Что вы за низкие люди? На все согласны ради 3 копеек. Что вы такое говорите? Скажи Дарье, чтобы отстала от меня. Невероятно. Притворялась, что я ей нравлюсь. Только ради работы. Стыдно. Стыдно. Нахалка. Она водила меня за нос. Почему мы никуда не поехали? Как раз выходные. А какая разница, где быть, когда мы вместе? Конечно, но... Было бы неплохо остаться наедине в романтическом месте. Как это? А здесь не романтично? Я говорю об уединении. Почему мы никуда не ездим? Потому что мы очень заняты. Я нет. А я занята. Какой Саваш упрямый. Я сказала, приезжай, он не приехал. Удивительно. Я говорю об уединении, а ты спрашиваешь, почему не приехал Саваш. Надя, ты не хочешь быть со мной? Конечно, хочу. Но Саваш должен был позвонить Ясмин. Мне интересно, встретились ли они, поговорили? Не ищи повода, чтобы надуться. Я дуюсь на пустом месте? Нет. Ну, конечно, не на пустом. Ну, правда, ты прав. Хорошо, что ты с этим согласна. Прости. Я прошу прощения. У меня каша в голове.
Фабрика все еще не работает в полную мощь. Мы окажемся в трудном положении, если нам не окажут поддержку. Проблем очень много. Понятно. Ты намекаешь, что у тебя на меня нет времени. Я рассказываю тебе о своих трудностях. Кому, как не тебе, я могу рассказать об этом. Да. Прости. Тогда улыбнись. Улыбнись. Вина? Аслан. Интересно, Ясмин согласилась работать с Авашем? Не знаю. Похоже, что да. Принеси нам 2 бокала вина. Сейчас. Ребята, всего хорошего. Увидимся в понедельник. Пока. До свидания. Я сейчас разговаривала с Бехчетом. Он не собирался работать с нами. Какой придурок. Я зря кокетничала с этим типом. Ты не кокетничала с ним. Не ври. Прекрати. С меня хватит. Правда? Тогда отдай мои деньги. Не говори глупости. Я сделала свое дело. Мы с тобой не так договаривались. Отдай мои деньги. Как это я отдам твои деньги? Их давно нет. Получишь в начале месяца. Дарья. Кто приехал? Привет, Нориш. Приехала наша мамочка. Руки холодные. Ну-ка, давай, давай. Сынок мой. Сынок. Твоя мама приехала. Как твои дела? Приехала твоя мамочка, да? Мама, добро пожаловать, милая. Мама приехала. Чем ты там занимаешься? Ну, рассказывай. Ты соскучился по маме? Соскучился? Ты такой смышленый. Ты просто чудо. Если еще что-нибудь хочешь, я сразу приготовлю, господин. Нет, спасибо. Этого хватит. Прекрати называть меня господином. А как? Говори, Саваш. Нет, ты глава. Ты глава нашей семьи. Как я могу звать тебя по имени? Горячий. Хочешь, господин? Я отломлю кусочек. Не хочу. Я сейчас буду ужинать. Что-то случилось? А что могло случиться? Мы проголодались. Где народ? Назан. Мы пришли, мама, пришли. Добро пожаловать, дядя. Здравствуй. Идем, сынок. Присаживайся. Кто там? Это я. Пошли есть. Я не буду. Приехал господин Саваш. И господин Пала здесь. Идем, цветочек мой. Сейчас господин Саваш будет спрашивать о тебе. Мама Шахнур будет ворчать. Идем, поешь немного. И снова поднимешься. А где Чичек? Сейчас спустится.
Дядя, а я сегодня баран ешь. Что случилось, племянник? Ничего. Да. Приятного аппетита. Это немыслимо. Мы умоляем госпожу Ясмин согласиться на работу. Ты же одно время умирал от любви. Что случилось? Помнишь, что ты говорил мне? Севгим, не выводи меня. Бора, ответь мне, ответь. Я думал, что влюбился, но все прошло. Оказывается, я заблуждался. С тобой почему-то всегда так бывает. Думаешь, что влюбился, а потом смотришь, и прошло. Севгим, хватит. Я и так на взводе. Ты не добился Ясмин. Вот и бесишься. Мой сын очень красивый, или мне так кажется? Он очень красивый. Я так скучаю по нему. Я до сих пор скучаю по тебе, хоть ты и стала взрослой женщиной. У тебя совсем не осталось друзей в Стамбуле? Совсем. Все перебрались сюда. Они правы. Прекрасный воздух, дома с садами, нет городской суеты. Ясмин, а почему ты заговорила об этом? Просто я подумала, что если перевести вас в Стамбул... Но ты же сама сказала, оставайся. Сказала, ко мне приходят люди. Я не хочу, чтобы кто-то узнал, что у меня есть ребенок. Нет, я бы сняла вам другой дом. Ну ладно, забудь. Если хочешь, то я перееду. Мама, родная моя, я и так перевернула твою жизнь. Я не буду разлучать тебя с друзьями. Ты поел, сынок? Приятного аппетита. Доброго вечера. Я поднимусь к себе. Нет. Проходи в гостиную. Ты тоже, Мустафа. Буран, иди ко мне. Идем. Итак, что происходит? Буран, расскажи, что сегодня случилось. Мама, зачем так преувеличивать? Я не потерплю несправедливости. Аллах свидетель. В чем дело? Что у вас происходит? Буран, рассказывай. Давай. Я сегодня упал в бассейн. Я тонул. Меня спасла невестка Чичек. Что? А еще? Что сказал дядя Мустафа? И об этом тоже расскажи. Невестка Чичек сказала, не катайся здесь. Но дядя Мустафа закричал, не вмешивайся. А потом сказал, что он так не говорил. Буран, не обманывай. Я не обманываю. Отстаньте вы от меня.
Все. Мустафа, стой. Ну и дела. Попроси прощения у невестки. Я не буду, я не лгу. Выходит, Буран лжет. Чичек заставила его. Как-то уболтала ребенка. Во-первых, невестка Чичека. Она старше тебя, ясно? Немедленно извинись и поцелуй руку. Делай, как я сказал. Прости. Громче. Мы все должны слышать. Прости. Все, достаточно? Еще раз увижу, что ты проявляешь неуважение к Чичек. Двумя пощечинами не ограничусь. Запомни. Теперь ступай к себе в комнату. Живо. Назан. Ты обязана девушке жизнью. Я так тебя воспитывала. Я не научила тебя правде и справедливости. Не научила бояться Аллаха. Мама, хватит. Не дави на меня. Идем, Буран. Что ты так смотришь? Я дочь справедливого главы клана. И мой муж был таким же. И я никому не позволю быть несправедливым кому-то. Это Шахнур Балдар. Ее не зря называют матерью семейства. Не недооценивай мать. Нуриш, возьмешь с собой? Зачем? У меня есть. Они органические. Вкус совсем другой. Ясмин кормит Умера только органическими. Ясмин, вы начали есть фрукты? Нет, только фруктовый сок. Ясмин, телефон. Не могу прочесть. Давай. Кто? Надеюсь, к добру. Лейла, у нее кто-то есть? Не знаю. Она мне ничего не рассказывала. Не думаю. Она говорит, что никому так просто не поверит. И правильно. Обожгешься на молоке, а потом на воду дуешь. Телевизор мешал. Ты все еще работаешь? Еще не устала? Я приеду за тобой. Я в Бодруме, у мамы. Ты в Бодруме? Ты не говорила, что поедешь в Бодрум. Так захотелось. Соскучилась по маме. Когда ты вернешься? В понедельник. Ясмин. Что? До того, как я нашел тебя, я легче переносил тоску по тебе. Теперь тоска невыносима. Не преувеличивай. Я даже преуменьшаю. Как было бы хорошо, если бы у нее кто-то появился. Приличный, достойный парень. Было бы прекрасно. Но она и не думает об этом. Из-за обиды, нанесенной мерзавцем. Ясмин, я налью тебе чай. Налей, пожалуйста. Кто тебе звонил? Кто? Звонил кто? А, это друг с работы. Держи, согреешься. Спасибо. Ну, как дела? Никак.
А у тебя? Все уже легли? А что? Просто так спрашиваю. Госпожа Шахнур пошла к себе, остальные еще не ложились. Приходи ночью в гараж. С ума сошел? Кто-нибудь увидит? Да нет, кто увидит? Приходи в полночь. Я ухожу. Иди сюда. Прекрати. Иди ко мне. С ума сошел? Прекрати. Отпусти меня. Суна. Я ухожу, все. Суна, смотри, что я тебе покажу. Что ты покажешь? Смотри. Жена господина Саваша путается с мужчинами. А я знаю об этих фотографиях. Как? Откуда знаешь? Госпожа не смогла скачать их на телефон, а я помогла. Никому не говори. Госпожа сказала удалить, но я не удалил. Понимаешь? Перешли фото на мой телефон. Госпожа убьет меня. А откуда она узнает? Ну давай, Исмаил, прошу тебя. Нельзя. Ладно, тогда я не приду ночью. Стой. Если я пошлю, придешь? Посмотрим. Главное, пришли. Вот эту? Спокойной ночи. Сестра, хватит уже. Я тебе не враг. Выйди вон. Мне жаль тебя. Я пытаюсь понять тебя, но ты... Кто ты такая, чтобы жалеть меня, невоспитанная? Соображай, что говоришь. Иначе тебе не поздоровится. Да как ты не понимаешь? Мы обе жертвы обычаев. Мы обе пленницы в этом доме. Неужели ты не видишь? Я хотя бы пытаюсь учиться. Пытаюсь спастись от этого плена. Но ты тянешь меня на дно. Почему? Выйди в люди, вместо того, чтобы запирать меня здесь. Ты ведь молодая. У тебя впереди длинная жизнь. Но ты хоронишь себя в этом доме. Сестра, зачем так? Не хорони меня вместе с собой. Не превращай мою жизнь в ад. Пожалуйста. Я прошу тебя. Это в последний раз. Я больше не буду плакать. Что бы они ни сделали мне, не заплачу. Я стану сильной. Я не заплачу больше. Ты так сильная. Ты воинственная девушка. Посмотри. Несмотря ни на что, ты учишься в университете. Разве этого мало? Она очень обижает меня. Ты же обещала не плакать. Не буду. Не плачь. У тебя завтра занятие. Давай. Спокойной ночи. Ложись. Все, спокойной ночи. И вам того же. Спокойной ночи. Доброй ночи. Увидимся. Мама, присядь. Что случилось? Садись, садись. Я кое-что расскажу. Что стряслось? Я...
познакомилась с папой Умера. Что? Как? Он объявился. Он не забыл меня. Разыскивал и нашел. Да ты что? Кто он такой и чем занимается? Владелец холдинга. Производит продукты. Он очень богатый. Мама, это не важно. Если он очень богатый, то он властный. С богатыми людьми тяжело. Ну ладно. Откуда он? Кто он такой? Он из Вана. Сын большого клана. Какой ужас, Ясмин. Мама, успокойся. Между вами что-то есть? Скажи правду. Нет. Пока нет, но будет. Мама, я не знаю. Мне страшно. Ты же знаешь, что я пережила. Я ведь отдала Мехмету 3,5 года. Ты знаешь, до свадьбы оставалась неделя, а он изменил мне сослуживицей. Животное по имени Бора клялся мне вечной любви, валялся в ногах, но это оказалось неправдой. Как я пойму, что Саваш не такой? Его зовут Саваш? Саваш. Саваш Балдар. Ах, Ясмин. Я опаздываю. Ясмин. Познакомься поближе с папой Умера. Может, он хороший человек. Может, на него можно положиться, кто знает. Я очень боюсь, мама. Я и хочу, и боюсь. Я так и не узнала Мехмета за 3,5 года. Это рекламная кампания. Ты сказала, что ты отказалась. Соглашайся. Ты лучше узнаешь его, работая совместно. Я думала об этом. Я хотела согласиться. Хорошо. Передай хлеб. Только не говори ему об Амере, пока хорошенько не узнаешь его. Хорошо? А почему? Ты сказала, что он из Вана. Они очень переживают о детях. Если у вас не получится и вы расстанетесь, он попытается забрать у тебя ребенка. Упаси Аллах. Мама, что ты такое говоришь? Нужно все предвидеть, Ясмин. Если поймешь, что он правда любит тебя, тогда расскажешь. Ясмин, не пойми меня неправильно. Ты и Омер — все для меня. Я приму вас любыми. Но было бы лучше, если бы в метрике малыша вместо имени дедушки было указано имя его отца. Тише, тише, тише. Ну все, не плачь. Пора в школу, сынок. Поцелуй дядюшек. Мустафа. А у тебя нет занятий? Ах, ну да, конечно. Ты же давно перестал учиться, верно? Ты опаздываешь. Вставай. До свидания. Пока. Дядя, не торопись, позавтракай. Хорошо, я приеду позже. Приятного аппетита. Господин, сварить кофе? Свари. Выпью с удовольствием. Сейчас.
Какой ужас. Я проспала. Садись. Успеха в учебе. Успеха в учебе. Всего хорошего. До свидания. Ариф, отвези Мустафу прямиком в школу, чтобы не прогуливал. Поразительно. Суна, что? Они не глаженные. Я была занята. Погладь, прошу тебя. Я опаздываю на занятия. Суна, погладь. Оставь там. У меня сейчас дела, завтра поглажу. Мне нужно сейчас. Но надень что-нибудь другое. Не обязательно же это. Шифонер ломится от вещей. Нужно что-нибудь сделать, госпожа Назан. Что ты только что сказала, Чичек? В смысле? Ты как разговариваешь с ней? Но мы ведь подруги. Кто ты такая, чтобы быть Чичек подругой? Чичек наша невестка. А ты кто? Знай свое место. И делай, как она говорит. Живо. Привет, ребята. Доброе утро. Доброе утро. Соберемся через полчаса, ладно? Конечно, мы готовы. Алпай, поздравляю. Ты получил приз за лучшего подлизу. Да нет, я в этом новичок, Азра. В отличие от тебя, ты ведь в профессиональной лиге. Ваш кофе? Спасибо. Вам очень идет этот кулон. Благодарю. Доброе утро. Вернулась? Этим утром. Уже начала работать. Хорошо. Как насчет совместной работы? Ты согласна? Не знаю. Соглашусь, наверное. Давай, давай. Я буду чаще видеть тебя. Хорошо, я согласна. Отлично. Что делаешь вечером? Есть новости от Ахмета Мурана? Пока нет. Но не сегодня, завтра снова объявится. Подожди. Это помощь. Вот начнутся у Саваша проблемы с деньгами. Тогда посмотрим. Сестра, парень очень умный. У него не будет проблем с деньгами. Я очень опаздываю. Где Эшриф? Эшриф уехал. Уехал? А Халиль? Халиль повез Бурана. Никого нет, чтобы отвезти меня на занятия? Не ходи сегодня на занятия. У меня экзамен. Деточка, зачем ты так мучаешься с этой учебой? Я отвезу тебя. Тебе больше делать нечего. А что тут такого? Мне по пути. Спасибо, мама Шахнур. Доброго дня. Тебе того же. Идем, невестка Чичек. Пошли. Нет?
И правда интересно. Госпожа Севги, я могу уйти? Поедешь завлекать продавцов красок? Срок истекает. Ступай. Но к вечеру будь. Ясно? Да. По-моему, замечательно, правда? Идем со мной. Что случилось? Какие-то проблемы? Ясмин, прошу, не упрямься. Мы в трудном положении. Согласись работать с балдарами. Прошу тебя. Послушай, ты в этот раз будешь партнером в проекте, как сэр Джипс. Да, как и сэр Джипс. Хорошо. Хорошо? Да, хорошо. Ты чудо. Ребята спросили во всех аптеках Стамбула, Фидан. Это иностранное лекарство. Нужно покупать за границей. Ну что ты прикажешь делать? Ради этого я поеду в Германию? Ладно, ладно, снова попрошу поискать. Хорошо, пока. А что за лекарство? От мигрени. Жене нужно. У нее постоянно болит голова, но я не могу найти его. А есть рецепт? Есть. Выписал доктор в Анкаре. Купим. Конечно. Исмаил, поворачивай на Германию, поедем покупать лекарство. Как мы его купим? Его не поставляют сюда. Купим через интернет. За неделю пришлют по почте. Я не разбираюсь в интернете. Не буду связываться. Я куплю. Как называется лекарство? Погоди. Она отправила название. Вот, смотри. Я очень люблю сестрицу Фидан. Правильнее сказать тетю, да? Она прекрасная женщина. Они раньше с мамой общались. Она очень настаивала на том, чтобы меня учили. Да. Она очень любит образованных девушек. Я называю ее покровительницей Фидан. У меня же есть малышка Берфин. Она запишет ее в частную школу. Говорит, девочка обязательно получит высшее образование. Как замечательно. Молодец. Правда, она сейчас тоже настаивает на соблюдении обычая. Ну и пускай. Все равно тетя Фидан особенная. Мама, я ухожу. Кто тебя отвезет? Халиль отвез Борана и вернулся. Хорошо. Я бы тоже поехала, но у меня болит голова. Ничего, тогда отдыхай. Я на связи, если что-то понадобится, звони. Халиль, открой дверь. Нужно открывать дверь, когда я сажусь и выхожу. Запомни это, наконец. Как прикажете. Мой их руками, руками. Мне надоела ваша лень. Но на машине лучше. Ты огрызаешься? Нет, ну что вы. С тобой что-то творится, Суна. Ты забываешься. Я слышала, как ты перечила Чичек. Я не потерплю неуважения в этом доме. Ни к Чичек, ни к другим. Но и точка. Уважение? А у меня осталось к вам уважение. Вот узнаешь.
Какой ты нервный, господин. Как мне не нервничать? Болгары стоят над душой и требуют порошок. Я пытаюсь урезонить их, подкидывая по килограмму. А кто продает по килограмму порошка в месяц? Один раз продашь 500 килограммов и отдыхай целый год. Саваш Балдар до сих пор упрямится? Пропади пропадом, Саваш Балдар. Вот незадача. Заполучить бы мне козырь в руки и заставить его. Господин, что нужно? Это твоя дочка? Ну и ну. От кого это пришло? Соло прислал. А ему кто прислал? Не знаю, господин. Это же твоя дочка. Как же так можно? Нам-то что? Балдары отвечают за честь Чичек. Это Саваш должен проучить ее. Не совсем так. Внук до сих пор не родился. У нас все еще есть права на Чичек. Скажи ребятам, чтобы купили билет на Стамбул на первый же рейс. Посмотрим, что ты теперь будешь делать, Саваш Балдар. Кто главнее, ты или обычай? Мама, почему он плачет? Ну, тише, тише, тише. Ты нормально долетела? Мама, я спросила, почему он плачет. Он есть хочет. Я готовлю ему кашу. Ты до сих пор не приготовила? Сейчас уже 4 часа. Он должен был уже поесть. Нуриш, Ясмин начитывает меня. Мы дали ему сок 1 час назад. 2 ложки. Ему понравился? Он в восторге, в восторге. Он так облизывал губы. Это надо было видеть. Мой дорогой сынок. Пусть этот документ посмотрит госпожа Надия. Хорошо. Привет. Сестра? Назан, какая ты красивая. Спасибо. Загляни ко мне перед уходом, ладно? Что это? Плохо. С ума сошла? Что плохого? Ты отлично выглядишь. Ты серьезно? Теперь всегда так выгляди. Тебе это идет. Спасибо. Присаживайся. Ты правда очень красивая. Но маме это совсем не понравится. Понравится, понравится. Не понравится, я поговорю с ней. Господин, прошу, билет готов. С водителем в Стамбуле договорился? Договорился. Хорошо, идем. Я заперла себя в 4 стенах. Живу бесцельно, впустую. Может, ты снова выйдешь замуж? Прошло уже 5 лет, как умер Музафер. Нет, это уже слишком. Почему нет? Ты еще молодая. Ну что, ты всю жизнь будешь вдовой? Ты ведь кого-нибудь еще можешь полюбить. Если я скажу, что выхожу замуж, мама убьет меня. Да нет, нет. Совсем наоборот. Она будет очень рада. Конечно, если она одобрит твой выбор. Добро пожаловать. Спасибо. Не за что. Я не смогу работать здесь, но иногда буду наведываться. А ты будешь выводить меня в люди. Договорились? Конечно. Ты только не пожалей. Войдите. Приехал господин Бора из X-Large, господин Саваш. Осторожно. Прошу, господин Бора, добро пожаловать. Здравствуйте. Надеюсь, не побеспокоил? Нет, нет, что вы. Здравствуйте. Простите? Ну что вы. Присаживайтесь. Не буду отнимать у вас время, господин Саваш. Надеюсь, основательно поговорим в следующий раз. Я хотел сообщить, что проект вашей компании будет вести госпожа Ясмин.
Значит, она согласилась. Да. Это было нелегко. Она несколько упрямая. Я привез вам копию договора. Посмотрите, если вас все устроит, мы подпишем его на первом собрании с участием госпожи Ясмин. Азра? Малышка, что случилось? Азра? Азра, что случилось? Скажи. Что с ней? Не смогла заполучить Бехчета, поэтому и плачет. Ох, беда. Это растительное лекарство. Хорошее. Ты нашла его? Тетя Фидан получит его в течение 10 дней. Ну и ну. Ну и ну. Мы отстали от жизни. Откуда ты знаешь, что оно растительного происхождения? Здесь написано. На английском написано. Ты знаешь английский? Неплохо, но нужно еще подтянуть. Слушай, господин Мустафа, слушай. А ты даже до 10 не можешь на английском считать. А я могу. Посчитать? Посчитай. Хорошо запоминай. Классно. Правда? Как же ты пахнешь. Просто замечательно. Тебе очень идет. Не слушай маму. Раньше ты была как старушка. А сейчас совсем другое дело. Слышала, мама? Дяде тоже понравилось. С приездом, господин. Спасибо. А браслеты? Почему ты сняла их? Алло? Госпожа Шахнур! Госпожа Шахнур! Что происходит? Ахмед Моран приехал. Открой дверь! Мустафа, отведи Борана наверх. Открой дверь, госпожа Шахнур! Что случилось, Ахмед Моран? Без предупреждения? Мы приехали отстоять нашу честь. Отдайте нам чечек! Сначала отдышись. Входи, входи. Проходи в дом. Что случилось, господин Ахмед? Что стряслось?
Отчитайтесь мне за это. Где ты это достал? Какая разница? Здесь нет ничего плохого. Как это нет? Как это нет? Ладно, вы о своей чести не думаете. Так подумайте о нашей чести. Господин Ахмед. Ребенка не родила. Девушка икшается с незнакомым мужчиной. Что это? Не злись. Проходи, садись, господин Ахмед. Идем, присаживайся. Дядя, в гараж. Идем. Садись скорее. Они увозят девушку. Господин Ахмед. Господин Ахмед. Саваш, сынок. Отец Чичек приехал за дочкой. Зачем? К нему попало фото Чичек с парнем. Что? Дядя, что ты такое говоришь? Они гонятся за нами. Я не знаю, что делать. Я посадил Чичек в машину и увез. Куда ехать? Отвези в холдинг. Я еду, жди. Отдайте меня, дядя. Пусть они убьют меня. И вы избавитесь, и я освобожусь. Дай руку. Ах, Саваш. Успокойся, мама. Что так взбесило Ахмед Амурана? Почему он ворвался в дом, как разбойник? Найди мне Исмаила, Назан, Исмаила. Пусть он распрощается с жизнью. Прошу, госпожа. Добро пожаловать. Чего изволите? Я буду воду. Конечно. Спасибо. Оставайтесь с господином Савашем.
Катченко, ты! Ты в порядке? Заходи внутрь. Шлеф. Саваш, я уничтожу тебя. Отдайте чечек, иначе я перебью вас. Уходи. Не будем проливать кровь, Ахмед Моран. Будем проливать, будем. Отдайте мне бесстыжую девчонку. Кого ты называешь бесстыжей? Она моя жена. Фильм озвучен ТОО «Прим».